ФРГ за последние две недели поставила Украине 2450 реактивных гранатометов РЖВ-90 «Метеодор», 1600 противотанковых ракет ДМ-22 и 3000 противотанковых мин ДМ-31. Украина заказала и оплатила противотанковое оружие РЖВ-90 непосредственно у немецкого производителя. Противотанковые мины поставляются из запасов Бундесвера. Список германских поставок оружия увеличивается с каждым последующим траншем. РЖВ-90 «Метеодор» — 90-миллиметровый одноразовый гранатомет. Основным предназначением гранатомета является разрушение и уничтожение легкобронированной техники и укреплений врага. То есть с них можно работать по БТР, БМП и другой легкой технике. Фактически такое оружие может уничтожить все, что шевелится, кроме танков. Такие гранатометы активно использует Израиль с 2009 года. Касательно противотанковых мин ДМ-31. Мина противотанковая противоднищего и кумулятивного действия с магнитным датчиком цели. Предназначена для уничтожения или выведения из строя гусеничной и колесной техники противника. Поражение гусеничным машинам противника наносится за счет пробивания днища кумулятивной струей, вследствие чего внутри машины повреждаются элементы и возникает пожар. При наезде гусеничной машины гусеницей на мину происходит повреждение 1-2 траков, что может машину вывести из строя. Поражение колесным машинам наносится за счет пробивания картера двигателя или коробки передач и возникающего при этом пожара. При наезде колесом обычной или бронированной машины происходит разрушение колеса. Поражение личного состава при взрыве считается случайным побочным результатом действия взрыва, и на этом основании мина не подпадает под действие Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмякайте на колокольчик, оставляйте свои комментарии. Поддержать канал можно по реквизитам в описании.